Здравствуйте всем, друзья, меня зовут Филипп, диджей Фил. Я, как всегда, провожу небольшие эксперименты над телефонами. Сегодня я вам хочу продемонстрировать небольшой эксперимент на тему экранов, дисплеев телефона, потому что это одна из самых важных частей, да, мы все прекрасно знаем. Нужно, чтобы был яркий, сочный, классный. Ну, в общем, сегодня у нас 5 претендентов на победу. Давайте перемещаемся в нашу специальную комнату, и здесь нас ждут... Ну, там самые крутые телефоны 2012 года, и в том числе телефоны уже и 2013 года. Итак, это у нас Galaxy S3, это у нас LG Nexus 4, это 8X от компании HTC Windows Phone, это у нас HTC One X, и здесь 5 iPhone. Ну, так с виду, конечно, естественно, ничего не скажешь, поэтому мы выберем фотографию, которая... будет у всех одна и та же. Выбираем здесь, на нашем Windows фоне выберем фотографию на LG Nexus 4 и Galaxy S3. Мы сейчас тоже здесь выберем фотографию. Так, друзья, я хочу вас познакомить с замечательным зеленым зверьком, которого зовут Толик. Толик у нас... Так. Давайте. Так. Ну, что можно вот сказать вот по этой картинке? Видно, что Толик, например, на S3, такой потемнее, а здесь у нас идет засвет. Это на айфоне. Вообще, в принципе, все телефоны дают примерно одинаковый засвет. И на S3 немножко картиночка такая потемнее, что ли. Ну, в принципе, на S3 технология немножко другая. Super AMOLED. Здесь в основном везде стоит IPS. И Super AMOLED на S3. Давайте посмотрим на другую фотографию, как справляется с белым цветом. Потому что белый цвет очень-очень важен. Выбираем белый цвет на 8X. Здесь и здесь. Ну, давайте смотреть, что у нас с белым цветом. Издалека сначала посмотрим. С белым, конечно же, картиночка другая. И здесь уже видна разница в том, как работают разные технологии. Самый небелый дает как раз Galaxy S3. Да, мы видим, что он такой сероватый. Да. LG дает картиночку достаточно белую. Ну, такой желтоватый, да, немножко. Наверное, самый белый цвет дает, наверное, iPhone. Он у нас вот здесь находится. Все остальные, вот это еще побелее. LG дает чуть-чуть пожелтее. One X чуть-чуть пожелтее. Тут вообще, наверное, две, да, одинаковые, наверное, дисплеи здесь находятся. И на One X, и на 8X. Ну да, в общем, такая история с белым цветом. Простите, что у меня трясутся руки. Я не пил, но стоять так сложно. Так, может быть, картиночку какую-нибудь потемнее возьмем. Тогда есть тут такая же картиночка. Раз, раз, раз. Windows Phone. Покажи нам картиночку. Вот. Так, берем эту картиночку. Ну, мы видим по этой картинке, да, я думаю, что вы все прекрасно видите, что такое технология Super AMOLED. Она дает черный цвет, по-настоящему черным, потому что у всех остальных, видите, какой засвет, да, весь черный свет у них стал серым. А на Super AMOLED от компании Samsung на S3 здесь черный, по-настоящему черный. Но это, наверное, одно из самых главных отличий Super AMOLED, видите. То есть в белом он проигрывает, да, а при этом черный дает по-настоящему черный свет. А здесь везде видно, что все серенькое. Ну, тут белая подложка у LG. Поэтому так это выглядит. Ну, в общем, по качеству картинки... Здесь, наверное, ничего не скажешь особо. Все примерно на одном и том же уровне. Но я говорю, что вот черный, конечно, разительно выигрывает. Это большой плюс Super AMOLED технологии. Все остальные, построены по IPS, здесь у них примерно то же самое. Ну, в общем, наверное, сложно назвать кого-то
претендентом на победу, по крайней мере, мне так кажется. Все телефоны хорошие, это 2012 год, были выпуск, в общем-то, флагманы 2012 года. Еще раз напомню, что это Galaxy S3, это LG Nexus 4 Google Phone, это у нас 5 iPhone, здесь HTC One X, здесь HTC 8X. Не выделить победителя, на самом деле, самый лучший белый цвет давал iPhone, самый лучший черный цвет давал Galaxy S3. Картинку в целом, по насыщенности, возможно, S3, возможно, iPhone. Ну вот, в общем, так. Я продолжаю экспериментировать над телефонами. Совсем скоро запишу свой отчет о новом HTC 8X. Также ко мне и Butterfly должен попасть HTC. Так что вы ждите. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите вообще мои видео. И покупайте те телефоны, которые вам нравятся. Не следите за модой. Просто покупайте то, что нравится. С вами был Фил.